Совсем скоро в ряды первых приднестровских суворовцев будут зачислены 200 ребят. Пока еще неизвестно, кому посчастливится надеть заветную форму. Однако все вступительные испытания окончены, и их итоги совсем скоро будут подведены. Завершились вступительные испытания в Тираспольское суворовское военное училище. Завершена приемная кампания. Значит, сейчас обрабатывается информация. До 15 августа будет приказ министра обороны о тех кандидатах, которые будут зачислены по итогам вот этой вступительной кампании. 717 заявлений со всей республики. Также были желающие поступить и из-за пределов нашей Родины. Однако к самим экзаменам допустили только 413 школьников. По словам руководства училища, во время сдачи вступительных испытаний ребята старались изо всех сил. Мы учитывали, конечно же, в составляющую, то есть выводили общий балл из сдачи и математики, и русского языка, и иностранного, который кандидат изучал в общеобразовательной школе, и, соответственно, физподготовку. Плюс еще у нас было тестирование профпсиходбора на пригодность, то есть рекомендован или не рекомендован. Само же открытие Суворовского училища в Тирасполе состоится 3 сентября. Тогда же молодые курсанты примут присягу и начнут новую, непростую, но захватывающую жизнь будущего офицера.